Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Детол, и мы продолжаем играть в Shadow Fight 2! Всем привет, дорогие друзья! Наши бои в мире теней продолжаются, и давайте посмотрим, что мы будем делать сегодня. Что мы будем делать, ребята? Мы будем менять с вами вот это вот... Супер Нагинату на наши любимые тесачки. Тесачки забираем обратно. Тесаки забираем и апгрейдим за гемчики. За гемчики апгрейдим, ребята. Все, 31 уровня будем тащить просто на максимум. И давайте посмотрим, что у нас здесь вообще с магией. Магией, что у нас? Может, мы что-то новенькое прикупим? Ух ты, вот это астероид. Вот метеорит, да? Астероид. Да. Водяной шар, кстати говоря, прикольная штука. Можно ее и взять, кстати. 100... Ничего себе, 151 тысяч все стоит. Давай возьмем. Да, кстати говоря, давай возьмем. Водяной шарик-то возьмем. Пусть вот. Шлепает всех. Бам, водичкой. Да. Быстренький, смотрите какой. Ой, надеть. Смотри, быстрый какой. А почему он не показывает? Не, показывает вот сзади. Но он как-то некрасиво показывает. Некрасиво показывает вообще. Ну, прям вообще. Ну, можно в игре будет посмотреть. Да, ребята, ну что, взяли мы наконец-то. Ребят, метательное оружие, представляете, мы в этой игре даже не покупали. Ни разу. Ни разу. 31 уровень, ребята, нету метательного оружия. И с ним мы тащим, без него точнее. И не нужно оно вообще... Кнопки. Согласен, лишняя кнопка, которая путает, еще и нечаянно можно нажать. Поехали! Ну что же, в турнирчик? Конечно, ребят, вы не забывайте лайкусики ставить, подписываться на канал, делиться этим видосиком со своими друзьями в соцсетях, а мы сейчас затащим этого тесачка на макс. На раз и конечно, два. Конечно, смотри, у него тут дубинатор у него стайл, да? Да, дубинатор стайл, длинная штуковина. Ну и пусть он размахивает сколько хочет, я в голову-то отлично. Никто не отменял получать. Очень хороший, ребят, прилет. Вот тесакам надо один раз прилететь, чтобы сработало и кровотечение, и сработала вот эта вот именно их мощь огромная, критическая. Силище просто. Да, крит, чтобы сработал. Ух, как хорошо. Вот, как видите, ребят, плохое метательное оружие получает он из-за него дамаг. Очень много он получает, может, еще магии шлеп. Ух, как, ох, как хорошо ему повезло-то, а. Реально повезло, дружище. Но... Но, отлично, да. Ребята, отлично затащили. Но тесак не сдавался, я могу сказать, что он такой бодрый малый. Молодец, тесачок, тесак, и держался до последнего. А мы сейчас попробуем вот так вот сразу, сходу, отлично. Первый first strike за нами, броня у нас срабатывает. Ох, ничего себе, здрасте. А что такая мощная магия-то? Вот это да, ребята, ничего себе. Всю шкалу хелсов вы видели просто с одного раза, как так? Так, будем это, знать, типа, безумно, что под магию нельзя попадать, потому что он очень мощный. Очень странно. Это может из-за того, что у нас не проапгрейжено. Слушай, у нас проапгрейжено вообще? Ох, хорошо. Не смог замахнуться попадание, еще разочек. Попадание. Надо затащить, ребята, надо затащить. Нужно кровотечение. Какие? Где кровотечение? Эй, почему не появляешься? Слушай, я заметил, что кровотечение здесь не сдувается, как раньше сдувалось в обычной версии Shadow. То есть оно работает всегда хорошо так, как будто мы его только что зачаровали. Ну, потому что это за, ну, как бы оружие хорошее. Да, оружие типа за гема, ребята. Ну, это не за гема, мы же отобрали тесаки. А, мы тесаки отобрали, да. Так, смотри. Ох, сейчас можем проиграть. Ах, нет. Ты тесак. Все-таки мы тебя одолели. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hard Play. Ссылка в описании. Да, ребята, одолели, еще и поболтали. Нормально так играем. Я вспомнил, чем все закончилось. Вернемся к моей истории. Вот и сенсей старых ранок. Ох уж этот дед склерозник. А почему всего две битвы? Не знаю, что. А, это Сёгун. Он на Сёгуне, кажется, и остановился. Его Сёгун победил, наверное. Все-таки, ребята, вы представляете, сенсей это. Но, ребят, мы это посмотрим чуть попозже. Да, ребяточки, это возможно... Ну, ставьте лайки, может, и в этом видео сделаем. Смотри, какая интересная история. У нас одна битва, и, кажется, будет следующий левел. Да, но нужно решить, где мы ее проведем. А в испытании еще нельзя идти? А где? У нас не открылось испытание. Все, только турнир тащить. Да. Ну что ж, давай пробовать. А про апгрейд еще не можем? У нас все-таки 848 тысяч. Хоть что-то, возможно, нам... Да, конечно, возможно. Только, давай. Опять же, апгрейдите. У нас сейчас будет 32 уровень. И... А, да, и зачем нам апгрейдить, если мы на следующий уровень перейдем, да? Ну вот по факту как-то не очень хочется. Хотя можно потратить. Мы тут зря столько гемов потратили. Ну хотя мы, наверное, не прошли бы сейчас этого друга нашего. Да, давай пробовать. Да, давайте так попробуем, ребят, сэкономим немножко денег и попробуем затащить. Все-таки тащить мы умеем, ребята. Ворчик у нас. Смотри, реально, мы могли проапгрейдить, наверное, доспехи и шлем за гемы. Было бы дешевле. Ну так, ладно. Ну что же, ворчик вор, посмотрим, на что способен. У него долгое оружие. Ну... У него недолгое оружие, у него быстрое на самом деле оружие, он им пользоваться не умеет просто. Во, видишь? О, дружище, ты прикалываешься, что ли? Не осталось практически здоровья. Кровотечение не срабатывает.
пробивание блока срабатывает, а кровотечения нет, ребята. Да, вор очень четко нам попал по голове. И, кстати, почему так? У нас шапка-то прообрежена. Да, одно попадание мощное его поставило точку в этой битве. И кровотечение сработало, да? Да. Так почему-то с другой стороны-то... У него его оружие выходит за пределы картинки, да? Опа, отлично. Надо не давать ему попадать по нам просто и в этом... Броня срабатывает, ребята. Да, здесь, кстати говоря, что-то броня наша не тащит. Смотри, ты говоришь, медленное оружие. У него очень быстрое оружие. Ты зря так. Да, кстати говоря, реально я что-то недооценил вора. И кто попадает? Мы попали, ребята. У нас есть шанс его добить, и мы должны это сделать. И я предлагаю... Броня наша спасает, конечно. И я предлагаю вот так вот, таким способом. Нет, ты не сможешь, это очень долго будет. Нормально. Ай-яй-яй-яй. Да, нужно один удар хороший попасть просто и все. Ай, не попали, ребята, не попали. Да, чуть-чуть, один разочек нужно было попасть. Я хотел в нижнюю все-таки уйти. Я предлагаю сходить в выживание, посмотреть, что там происходит, и, возможно, собрать немножко голды и гемчиков. Да, смотри, здесь 2 миллиона можно получить. Поехали, ребята, поехали в выживание. Посмотрим, что здесь надо. Сколько мы раундов сможем затащить. Да, надо подзаработать немножко денежек. Тут у нас, тем более, какие-то новые локации. Опа! Опа! Лови в голову! Отлично, ребята! Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Lego! Ссылка в описании! Начало положено, причем неплохое даже. Ай-яй-яй, не попали, все-таки... Все-таки, ребята, нунчаки тащат неплохо. Да что ж такого, он очень бодрый, да? Так потому что это выживание следующего уровня Сёгуна, понимаешь? Здесь сразу мощные противники, здесь нужен апгрейд. Сразу, да? Нужен апгрейд, как минимум... Ну, слушай, я даже не знаю, что-то они прям бьют и бьют. О, хорошо, хэт-хит. Эх, да, но это нунчаки еще, ты не забывай, что да, это такое. Да, нунчаки, тихо. О, странно, ребята, очень странно. Да, уже несколько раз такое было, что нажимается пауза, хотя... Да, хотя пальцы она всегда в самом внизу. Находится. Да, пальцы всегда внизу, ребята. Так, раунд 2. Раунд 2, ребята, раунд 2, и здесь у нас ножи-убийцы. Опа, хорошо подцепили, половина хелса сразу разом тесачки наши снесли. Да. Но и нам тоже дамажат неплохо. И еще хотел один. Ай-яй-яй, жалко, не попали. Ах! И магии надо было шлепнуть. Да но... ладно, нас прям разнес этот брутальный ниндзя. Да, ребят, разнес, но 7 гемчиков мы заработали, и это, кстати, неплохо. Совершенно неплохо. Согласен, можно их потратить. Слушай, на апгрейд доспехов. Апгрейдить надо. Апгрейдить надо. Согласен, мы придется, без этого да. никак не пройдем дальше. Придется апгрейдить, ребят, чувствуется, что... И причем оружие, мне кажется, тоже надо проапгрейдить, это важным будет. Оружие, да. Оружие, чтобы больше дамага наносило. И защита. Доспехи. Да, защита, чтобы больше срабатывала наша магия. Шикарно. Ну, а голову, я думаю, голову мы уже на 32 уровне купим. Да, ребят, купим новую шапку, там крутая за гемы. Так что обязательно не пропустите следующую серию, ставьте колокольчик, нажимайте, ребятки, и смотрите... До конца видочки. Ну-ка. Ну что ж, вор, мы вернулись обновленные, и вот уже, мне кажется, совсем другая ситуация. Да, хотя бы срабатывает щит у нас, да, потому что магия, получается, доспехи проапгрейжены, и вот кровотечение, то, что нам нужно, в воздухе попадаем в голову, и последний финальный удар, чуть-чуть победа. Чуть-чуть ему не хватило, чтобы кровотечение разнесло, но все равно мы его задели. Отлично, ребята, отлично, тащим, и разочек, еще разочек. Ну-ка, ох, хорошо, по ногам, ребята, нечего тут прыгать. Прыгун ты наш. Опа! Навзничь нас сбросил. Оп! Еще атака. Так. Продолжаем его прессинговать прям. Не попали по голове. Удар ногой. Удар прям в голову. И пробивание. Сейчас надо выбраться. Надо выбраться из этого капкана. Мы его кинули, получается, да? Да. И смотри, и шарик бросил. Бабах ему. А шарик вообще ему ничего не сделал. О, да. Ох, мощный удар, ребята, был. Ну-ка, надо выстоять. Бам! Вот бам! Она! Хорошо, вот она, еще разочек! Еще чуть-чуть! Добиваем! Ногой, ребята. Ногой еще его, может быть. Все, грейт! Да. Есть, ребята, справились мы с ним, но тяжело. И это следующий уровень. Эта борьба была за новый уровень, поэтому так было сложно. Да, 32-й, ребят. Давай смотрим профиль и что. О, смотри, ух ты, это что такое? Перегрузка. При полной зарядке магии 5 успешных атак ближнего боя подряд дадут 30% к урону магии на. 5 секунд. Ну, что-то я не знаю, вот вторая способность. Ну, это опять с магией, боевой дух. А, боевой дух. Восстановление магии после успешной атаки без оружия. Я даже не знаю, что из этого лучше. Можно рандомно. Мы магию особо не юзаем. Ну, давай вот эту, мне нравится. Такой не было раньше, какая-то. Да. Какая-то новенькая была, ребят, перезагрузка. И давайте посмотрим все-таки, что мы с вами сможем приобрести. Катары, да? Ну, что-то не здесь очень, кажется. Здесь ослабление мне... есть. Да, вот эта способность ослабления мне не очень нравится. А здесь что у нас за перышко такое? Это здоровье? Это проклятие. Проклятие. Ослабить удары противника, да? На 10 секунд.
Ну, это как и вот это приблизительно ослабление. Так, и что у нас здесь дальше? Ну, дальше, ребят, что-то перспективы я особо не вижу. Что-то странно, да, вот оружия нету прям такого бодрого. Жалко, разочарования нету, конечно, ребят. Вот, вот это мы точно сейчас берем, шлем вдохновения. Я думаю, что возьмем уже, ребят, в следующей серии, прям в начале. А вам огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. С вами была команда Detol, до новых встреч, новых видео, пока! Пока, ребята!